Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба». Виадук обрушился 2 декабря в 19:10. Пострадали два человека, которые с травмами средней тяжести были доставлены в больницу. Разбор завалов к 15 часам сегодняшнего дня еще не начинался. Пока еще не приступили к ликвидации, вы знаете, мы только что разговаривали, на предмет того, что сейчас закончатся все следственные мероприятия, которые позволят приступить к ликвидации. Но мне кажется, что и вчера, и сегодня работы проведены вовремя и в полном объеме. Уголовное дело пока возбуждено по факту происшествия. Следствию необходимо соотнести мощности моста, который был на реконструкции, и нагрузку на него. Соответственно, сделать выводы, в результате чего произошло обрушение. В рамках уголовного дела проведены обыски в подрядных организациях, в транспортной компании, в компании в Бедногорске, где загружался щебнем грузовик, и в главном управлении дорожного хозяйства области. На данном этапе, естественно, мы не можем сделать вывод и придать процессуальный статус кому бы то ни было. В цикле строительных работ мы можем уже сделать вывод, что имело место быть работа двух подрядных организаций, был генеральный подрядчик, подрядная организация, был заказчик. Соответственно, у нас в этой истории и в этом событии имеет место быть еще транспортная компания. Предварительно известно, что фура шла с перегрузом, и ее вес с щебнем составлял более 35 тонн. У нас ограничение 30, по-моему, стояло, да? А здесь, соответственно, есть ряд нюансов, которые тоже предстоит выяснить. Есть рекомендация по тому, чтобы 30 тонн, свыше 30 тонн сюда объекты не заезжали. Проводим дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого мы исследуем все дорожные знаки, полностью дорожную разметку. Транспортную компанию, которой принадлежит фура, отрабатывают с особым усердием. Не исключено, что именно она спровоцировала обрушение. Документацию по перемещению и загрузке этого автомобиля поднимали с 20 ноября. Установлено, что в период с 20 ноября в такой же комплектации, если так уместно назвать, то есть в таком же весовом объеме, данный автомобиль преодолевал вот этот маршрут на протяжении более 10 раз.